Вдали от городского шума, буквально наедине с природой. На горе Волосная звучали голоса осени. Так называлась вечеринка, организованная в спортивно-туристическом комплексе «Snow Park Switch». Поучаствовать в мероприятии как в роли зрителя, так и в роли вокалиста мог любой желающий. Любой желающий сегодня может прийти и под свои минусовки спеть вживую какие-то песни, посидеть, поиграть на гитаре, спеть песни под гитару, то есть проявить себя. И это, на мой вкус, замечательная альтернатива тому отдыху, к которому привыкли горожане, которые посещают рестораны и клубы нашего города. Голоса осени звучали здесь всю ночь. Зрители с восторгом принимали каждого исполнителя. Обстановка действительно была очень душевной. А для тех, кто нуждался в дополнительном разогреве, организаторы позаботились и о горячительном. Ведь что может быть горячее, чем зажигательное фаер-шоу? Музыка и танцы, песни и много-много веселья. Такая вечеринка стала интересна не только кандалакшанам. Голоса осени привлекли в сноу-парк даже апатичан. Я в этом уверена, что какая-то взаимосвязь в плане культурного обмена, она обязательно будет. И обязательно и апатичане будут приезжать в кандалакшу выступать, и кандалакшцы, я надеюсь, будут выступать в апатитах. В плане какого-то культурного обмена мы не то чтобы будем конкурировать, апатиты, кандалакши, мы будем скорее сотрудничать, и я уверена, что это сотрудничество получится очень интересным и плодотворным. Альтернативная вечеринка пришлась по вкусу всем, а потому организаторы пообещали почаще устраивать такие мероприятия, а также радовать горожан новыми идеями.